Это Томас Лэнка. Вы в Риме? Да. Встретимся? Прочел вашу книгу. Давно работаете над этой историей? В Сиене убили студентку из Англии. Их осуждают, оправдывают, безразличных нет. Когда я думаю о лице ангела, представляю Элизабет, а вы намекаете на Джессику. Она история. Эй, Джессика! В суде все обставили просто. Джессика была плохой, а Элизабет была хорошей. Что ты снимаешь? Слышала о деле Джессики Фуллер? Это документалка? Фильм. Проведешь меня? Да, пойдем. Хочу увидеть темную сторону Сиены, заглянуть внутрь зверя. Хотите встретиться, я устрою. Но не бесплатно. Ты думаешь, тебе одной можно зарабатывать на этой истории? Это полиция! Всем оставаться на местах! Почему она обвинила невиновного? Только женщина будет накрывать тело того, кто уже умер. Джессика, она умная. Это не делает ее убийцей. Мотив какой? Арестовали не тех людей, не в том порядке. Что скажете? Нужно заглянуть смерти в лицо, если хочешь понять жизнь. Где ты был вчера вечером? Я беспокоилась о тебе. Возможно, ты права, и он был замешан в убийстве. Он повел меня в квартиру. Остерегайся его. Да, ты и правда сошел с ума. Убирайся! Лицо ангела.